Тейлор, диверсия началась, птичка подбита. Так точно. Турели уходят, чтобы среагировать на крушение. Двигайтесь к цели, захватите его раньше, чем расколется. Или сломается. Слышу тебя, Хендрикс. Давай уже разберемся с этим. Готов, жду тебя. Камеры прямо по курсу. За мной. Тебе наблюдатели. Дознаватель стоит спиной к двери. Идите к точке выхода, с этим я разберусь. Наше оружие только царапает эти ПТРы. Нужно сбить этот самолет. Целься в ракеты. ПТР вышел из строя. Диас, я на месте. Понял. Хендрикс, пол встречает врага. Роботы-штурмовики идут на нас. Чёртова туча их! Нужно открыть эту дверь быстро. Играйте нас огнем. Внутрь, пошли, пошли. Точки выхода. Мы разберемся с роботами. Тейлор, у нас чисто, можем выбираться. Те другие заключенные. Машинное отделение. Ты тут не в первый раз, салага. Посмотрим, можешь ли ты менять историю. Расценивай всех роботов как противников. Они ответят тебе тем же. Тейкдаун — еще одна из твоих киберспособностей. Попробуй на тех ботах. Неплохо. Начинаешь осваиваться с тейкдаунами. Чисто. Крутой сукин сын попался. И не говори. У бессмертных есть доступ к любому. Подходим к центру связи. Доложим, когда закончим зачистку. Лучше поторопитесь. До нас дошли слухи, что разведданные о слабостях наших союзников утекли к войскам договора. Это неизбежно приведет к потерям с нашей стороны. Бросай осколочные гранаты!
Что, Кейт? Что будем делать, когда доберемся до черной станции? Ломать и крушить. С вашими ПНИ вы, ребята, ходячие карты памяти. Мы загрузим данные в вас, а потом вы все сотрете. А что с эвакуацией выживших? Факты таковы. Станция замолкла, когда ее атаковала самая мощная вооруженная группировка на этой территории. Скорее всего, никто не выжил. Кейн, мы на подходе к станции. Я тоже думал. Отряд роботов активизирует режим боя. Надеюсь, что ты нашла линки с данными, Кейн. Здесь становится жарковато. Есть. Серверная в Облачной горе. Прямо в их оперативном центре. На что поспорим, что именно туда направляется Кусюлань? Смотритель показывает войска противника впереди. Похоже, нильцы в городе. Они отступают! Вперед! Дороги ведут ко входу на Облачную гору. Надо добраться до Облачной горы. Вперед! На вас, вам крышка. Пока вы под биокуполом, все в порядке. Ну охренеть теперь. Новые подкрепления входят на Облачную гору снизу. Оставьте их. Гусюлань и диски с данными – это приоритет. Хендрикс, иди внутрь, а я обойду снаружи. Смотритель показывает, что В-54 спускается к вам на должность компании «Когтей». Согнутое дерево! Наш выход отсюда! Черт! А я-то надеюсь, что нам нужно! Отверни нашу землю! Достаточно продать! Отправьте их на то, где! Задержу крысе! Не дай ему прицелиться! Жду твоего выстрела.
Подключитесь к панели. Взлом должен скучать открыть некогда, проход. А? О, да. Сегодняшний день полон сюрпризов. Кейн, возможно, что кто-то подключен к системам здания и управляет роботами. Сомнительно, чтобы системы были работоспособны после аварии. Понимаешь, мы понятия не имеем, что там внизу. Разведдрон показывает, что они прошли здесь. Спорим на сотню, что внизу мы найдем. Ну, было здорово. Стоп. Дайте мне рассмотреть тот знак. Ты его узнаешь? Судя по всему, это секретный проект ЦРУ. Если это дерьмо тут было во время катастрофы, никто бы тут не прибирался. До Тейлора. Да. Думаю, кто-то хочет что-то спрятать. Следы ведут сюда. Да, Кейн, мы в порядке. Окей. Вижу сетевую активность в серверной, двумя этажами ниже. Эй! Вряд ли совпадение. Выдвигаемся. Кейн, оптика снова включилась. Поняла. Я получаю данные о массивном выбросе. Мы не уедем из Сингапура без нее. Бессмертные убивают всех, кто находится между ними и убежищем. Давно я такого не видел. Тейлор сошел с ума. Он раскрыл наши каналы связи. Теперь мы не знаем, кто слушает или говорит. Что в тебя? Ты меня слышишь? Оставайся на месте, Хендрикс. Мы подготовили вам временный канал. Связь с командным центром не работает, но можно подключиться к локальным системам. Доктор находится в нашей комнате для допросов. Спасибо за содействие, лейтенант. Это ценно. Я думаю. Засада! Они прорвались на станцию Рассен! Кейн! Ты в порядке? Это был Тейлор. Они забрали доктора Салима. Ты спишь за рулем, Кейн? Как он узнал, что доктор у нас? Ты что-то скрываешь от нас? Она говорит правду, Хендрикс. Тейлор, это ты?
Я не знаю, какого хрена здесь. Темы довольно путанные. Вам придется найти путь сквозь. Кейн, видим своего впереди. Сканирую жизненные показатели. Я знаю, что это. Это бастонь. Я изучала это в академии. И приводила в дипломе как величайший пример мужества и смелости в военной истории. Одна из тех битв, которые показывают, кто ты на самом деле. Мне она снилась. Я покажу, что я имею в виду. Поздравляю, рядовой! Ты вытащил короткую спичку. Кто пожаловал в бастонь? Марш! Сначала они уничтожали раненых, слабых. Потом они пошли на сильных. Иногда нужно отпустить. Это путь, по которому я тебе нужно выбрать. Немецкий танк «Тигр». Королевский «Тигр», как они его называли. Практически неуязвимый. У тебя хватит сил его Мне нужно...
нужно защитить мирных! Давай, бойскаут! Впереди гражданские, смотрите, куда стреляете! Новые нильцы на подходе! Они блокируют прямо по курсу! Рассредоточиться и занять укрытие! Нильцы на обоих этажах! Это не ты! Эта штука у тебя в голове! Что-то с твоим ПНИ морочит тебе голову! Когда мы установили это дерьмо в свои головы, мы отдали им свои души на блюдечке! Мы актеры, играющие роль на экране. Я злодей. Еще не поздно, мы можем вытащить это из головы! Тейлор контролирует мобильную базу НК. Высылаю вам передвижные арсеналы. Ты еще там? Я все же я. Говорили в госпитале. Я думал, ты все решила. Ты меня не бросал, и я не брошу. Идем. Это все ради оружия. Что мы тут вляпались, Кейн? Слушай только мой голос. Ослабь свой разум. Отпусти свои мысли. Пусть плохие воспоминания уйдут. Пусти в свое сердце покой. Отдайся. Почему ты борешься? Это твой последний шанс! Борис! Борис! Слушай только мой голос. Расслабь свой разум.